К новогодним праздникам в штабе Рината Ахметова представили обновленный состав наборов гуманитарной помощи. Их получат более 500 000 пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, родителей-одиночек и детей до 3 лет. Первые продукты для праздничных наборов выживания направили на Донбасс уже сегодня. А когда начнется их выдача, расскажет Виктория Чистюхина. Первая декабрьская колонна помощи Рината Ахметова отправилась с продуктами для обновленного набора выживания к новогодним праздникам. Вместо круп в новогодние продуктовые наборы будут входить горошек, кукуруза, как наиболее актуальные продукты к новогодним праздникам. А также каждый благополучатель гуманитарного штаба получит к Новому году коробку конфет. Также обновятся детские наборы и для молодых мам. В них включат сладости. Подарочные пакеты предназначены для всех благополучателей гуманитарного штаба Рината Ахметова. В течение декабря и января абсолютно все получат эти праздничные продуктовые наборы. Каждый из мирных жителей, каждый из наших земляков получит вот частичку нашего уважения, любви и заботы в каждом пакете с гуманитарной помощью. Все продукты прошли несколько этапов проверок и имеют сертификат качества. Весь процесс длился более 1,5 месяцев. Все продукты предварительно прошли тендерный отбор. После тендерного отбора продукты прошли лабораторный отбор. Выдача новогодних наборов начнется с 8 декабря. Первыми их получат в Донецке на стационарных пунктах выдачи. Я 2 года пенсии получаю, которую заработал, проработал 57 лет. Обновленные наборы получат и мирные жители в труднодоступных районах Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. Их доставят мобильные бригады. До конца декабря волонтеры охватят 89 населенных пунктов на линии разграничения. Помощь Рината Ахметова остается очень актуальной и важной. Люди нуждаются в гуманитарной помощи. И поэтому, конечно же, штаб будет продолжать работу столько, сколько это будет необходимо. Новогодний продуктовый набор получат мирные жители более 200 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Всего же за 2 года штаб Рината Ахметова выдал 10 648 тысяч взрослых и детских наборов выживания на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения. Виктория Чистюхина, Александр Шмырев, Данила Киреев. События, канал Украина.